Приветствуем вас, дорогие друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня вновь за нашим чаепитием Всеволод Шимановский и Марина Кребель, наши первокурсники отделения теологии. И мы с ними уже немножко подружились, уже нас связывают и отношения учебные, и еще кое-какие отношения. Какие же? Мы каждую пятницу ходим в храм, который находится на территории РГУ, на литургию. И обратите внимание, на это не жалуются пока. Мы не жалуемся. Ну, я, конечно. Ну, вообще, просто удивила эта перспектива. Просто сначала нам сказали, что в 8 утра у всех уже идут пары 15 минут как. А мы идем на литургию в храм. И что это было такое? Просто было интересно представить, но и понять. Смысл этого? Ну да, вы поняли, дорогие товарищи телезрители, что мы поговорим о вере без церкви. То есть у нас, мы хотим Всеволода и Марину просить сегодня представлять нашу современную молодежь, которая вовсе не всегда отрекается от веры, православной или еще какой, но во всяком случае считает себя достаточно свободным от церковных ритуалов, так скажем, как это называется, да? Mm-hmm. И вот о чем сразу Марина повела разговор, о том, что, оказавшись в учебном процессе, в качестве практики предложено участвовать в божественной литургии. Ну, не участвовать, а хотя бы присутствовать. Кстати, это практика и за рубежом. Вот в каких-то солидных учебных заведениях, средних, в Англии, в Германии учатся люди. Я спрашивал и говорят... Кстати, мне было это неизвестно, что есть такая практика. Обязательно. Но бывают, конечно, совсем такие светские, но вот такие традиционные, не скажу точно. И вообще это уходит с истоком не в прошлое, такие вещи? Ну, в общем, да. Это, ну, как и всякое образование, оно же есть устремление к выяснению образа. Образа Божьего, образа человеческого мышления, образа устроения души. А как всякая наука, она же вовсе не имеет своей, как нам представляют советские годы, что раз наука, значит, напротив религии. Ибо религия предполагает веру, а наука предполагает знание. Вовсе нет. Всякое знание базируется на мировоззрении. А мировоззрение вовсе не предполагает христианских каких трех китов или какие-нибудь другие дикарские образы, а предполагает сотворение. И никто никак никогда не может никаким научным способом опровергнуть этот довод. Поэтому религиозное сознание всегда было основанием дальнейшего образования, в том числе и обучения наукам. И это нет никакого препятствия иметь религиозное основание для своего сознания, а потом изучать естество, Богом сданный мир, и человека со всей его сложностью и прочее. Не, ну, кстати говоря, если уж мы пошли на теологию, в принципе, как вот наши сверстники, одногруппники, не ходить, допустим, на литургию, но она, сказать, она неофициальная, то есть это не пара. У нас она, ну, не как тебе сказать, я официальное лицо, заведующий кафедрой. Ну, да, но заведующий кафедрой говорит, друзья, я вас никаким образом не заставляю ни исповедоваться, ни причащаться. Да, да. Это дело совершенно добровольное, когда появится такое желание, хотя на ваших глазах ваши старшие товарищи, наши теологи, я их совсем не подговаривал, ребята, давайте, будут первокурсники, вы, чтобы их, так сказать, подбодрить, сами приходите, исповедуйтесь, причащайтесь. Они говорят, да нет, нам, они, естественно, ходят там, те же на ваши уже знакомые. Ну вот наш тьютор Иван Козлов, он как раз участвует непосредственно в самой литургии. Да, он даже выходит со свечой, там, кадил. Вот, например, на исповедь, сначала исповедь. Да, потом на причащении он участвует. Да. Ну вот не он один. Собственно говоря, это у нас процесс, который идет естественно. И я вам рассказывал, что некоторые первокурсники, пришедшие, как и вы, прежде не знакомые с практикой церковной, такой, именно богослужебной, тоже годика полтора стояли,
потому что, но тем не менее, приходили. Ну, главное потом увидеть, чтобы показали, а потом уже узнать основы и пытаться сделать, ну, что-то самостоятельно. В своем роде. Хотя, конечно, сейчас я бы разговор не столько о вас повел. Тут, слава Богу, у нас, мне остается только Богу благодарить, что он приводит к нашему делу образовательному таких просвещенных молодых людей, которые, не торопясь, но в добром направлении двигаются. Мне интереснее все-таки общая позиция. Вы же все-таки обходились без храма. При том, что выбрали теологию, мы с вами в прошлой передаче неделю назад об этом говорили. И теперь, ну, все-таки, насколько для современной молодежи отчужденные понятия? Потому что я думаю, что атеистами себя называли немногие. В вашем кругу, где вы росли, где вы жили. Вот. Но при этом почти никто не ходит в храм. Ну, прежде чем называть себя верующим или атеистом, надо разбираться в этих понятиях и знать суть, что обозначают эти слова, и понять для себя, кем ты являешься. Ну, это хорошо, твоя глубокая позиция, но большинство не заморачивается. Поэтому образование нам дает шанс узнать и определиться. Ну, в вашем случае, да. Но современная молодежь, нам интересно же вообще... Я бы назвала их не столь атеистами, а столь людьми, которые не знают и не разбираются в вопросах необходимости посещения храма, службы, что вообще несет смысловая нагрузка этих процессов. У меня одна знакомая сказала такую вещь, что я у нее спросил: ты вообще верующий? Она отвечает на мне: да, но я не верую в церковь и в попов. Сразу видно, что человек не разбирается вообще, что значит вообще христианство. Да, но что с другой стороны, в кого верить? Потому что батюшки, они являются просто связующим звеном. Да. Хорошо, ты это допускаешь, но большинство, хорошо, что Севолод рассказал этот тезис. На самом деле он, по-моему, очень актуален. Он может стать, эпиграфом к нашей сегодняшней передаче, раз уж мы решили поговорить о тех, кто не верит церкви и попам, но верит. Я верующий. Подождите. Но во что верит тогда? А во что непонятно тогда. Да. Ну, тогда где складывается вот этот объект веры? Ну, правильно, сразу Марина... Как можно что-то изучать, не зная этого, или просто во что-то верить, не понимая во что, когда человек должен осознавать искаженное цель понятие своего об этом. Другими словами, где складывается вот эта вера в душе? Она там как-то и складывается. А из чего она складывается? Мне кажется, человек сам по себе может ощущать себе необходимость верить во что-то. Необходимость есть. А теперь во что? То есть необходимость есть, потребность души – это то, что мы с вами признаем. То есть немногие скажут: я ни во что не верю, есть только вот съестное, есть удовольствие. Материальное. Есть материальное, все, потом я умру, меня закопают, ничего не будет. То есть мысль такого овоща, способ сознания. Бывают такие материалисты, люди, которые… Вполне, но я думаю, что даже их не большинство, молодежь… Которые позиция им ясна и понятна. Но молодежи все-таки больше свойственна какая-то, ну, хотя бы романтика. Ну, что все-таки все не может ограничиваться только деньги побольше. Есть побольше, душа, не только же тело. Ну, так и есть. Но прежде всего, конечно, закладывается такое воспитание в семье. Это оттуда берут истоки. Но, справедливо. Да, вот. А сейчас в большей степени, ну, семьи, они как-то далеки от этого всего. И поэтому, естественно, уже подрастающее поколение, они, ну, в общем, комом идет такой вот непросвещенный. Так, ну, смотри, хороший довод уже насчет от того, откуда складывается вот это собственное верование. То, что потребность есть, ну, у нас говорят вслед за одним из... Просто одно дело непросвещенность, другое дело, там, например, нежелание или непризнание. Поэтому бывает, вот, получается, три таких фактора, которые влияют на молодежь. Справедливо, потому что как-то вот этот негатив, который в отношении церкви насаждается довольно систематически, приходилось сталкиваться там в интернете, в каких-то комментариях, может быть, людей взрослых? Естественно. Да. На каждую такую провокационную тему всегда будет находиться. А почему, например, лично на тебя это не действовало? Ну, во всяком случае, не действовало, но не решительно, чтобы ты сказала, ну, куда, в ту сторону. Ко многим вещам я могу относиться спокойно и лояльно, и если я это не понимаю или не признаю, я могу хотя бы быть нейтрально к таким вещам, чем сразу как-то выражить свое недовольство, оскорбление. Присоединяться к этому негативу. Который... Зачем присоединяться за кем-то? Это такое же стадо. Так, вот они, люди подразумевают, там, православные или христиане, или любое другое... Человек, который исповедует что-то, это стадо, и это просто набор, вот просто люди, которые следуют чему-то бездумно. А следовать чему-то бездумно – это такая же концепция, также оскорбляя кого-то.
Ну, в данном случае ты говоришь о том, что ты не с тем стадом, которое отрицает церкви, но и не с той церковью, которая тоже в своем роде стадо. Я пока не понимаю, я не могу сказать, знаю я что-то или нет еще достаточно, чтобы понять для себя. Нет, ну, видите, все равно тебя не заразили негативом. Вот это меня так радует. И, с другой стороны, я пытаюсь понять, почему это произошло. Вот, если все-таки большинство молодежи... Зачем же заражаться негативом, когда человек может сам что-то начать изучать, смотреть, вот просто понимать, за что ненавидеть или за что любить что-то? На самом деле нужно хотя бы разбираться в этом вопросе, а не так, знаете, сразу принимать такую сторону, типа негатива. Ну да, вот это вот. Неплохо, учитывая, что, по-моему, только очень легкомысленный, поверхностный человек может так клюнуть на то, что, да. Ну, все попы плохие, а князь Владимир всех загнал в Днепр насильно. Ну, хорошо, прошло более 1000 лет. Кто-то загнал кого-то насильно. А княгиня Ольга сама приняла крещение. Ну, разумеется, как и православная Россия. Будучи посредником языческой веры. Конечно, но потом же тот же народ умирал за веру, готов был стоять против всяких тевтонских рыцарей, против кого угодно уже. Значит, история, и это проверено, что Конечно. Есть что-то такое, что людей может сплочать. То есть в любом случае вот эта падкость современников на какой-то негатив в отношении к церкви, признание для меня вера возможна только без церкви, это следствие, прежде всего, невежества. Мне даже кажется, что сейчас среднее поколение несколько, может быть, и более, чем бабушки, как-то подготовлено к усвоению правды. Они еще, во всяком случае, знаете, уже чего-то перекипели, они уже немножко перебесились, что называется. Они, многие из них уже понимают, что надо каяться во многих ошибках молодости, потому что душа не тряпка, она либо приходит все больше и больше ожесточения, озлобления. Но когда рождаются дети, почему на родителей надежда? Потому что когда рождаются детки, значит, все-таки семья была создана как-никак. Значит, детей все-таки не убили в чреве, а выносили и родили. А рождение детей само по себе замечательно позитивный фактор в жизни любой женщины. Да, в общем-то, если он психически здоровый, то и мужчины, его ребенок. Во многом это возвращает к ценностям, к первичным, потому что никто не хочет своему... Традиционным. Да, именно так. Никто не хочет своей девочке, мама, пройти тем тернистым путем 90-х годов, 2000-х, когда и там, и сям побывала, и так жизнь поломатая сложилась, но потихонечку выкарабкалась, дай бог, тут чудом сохранилась, тут вылечилась, тут еще что-то. Вот. И понимает уже, что в 30 родив, она теперь уже от ребеночку хочет дать все лучшее. И тогда уже мозг работает немножко по-другому. Не как в юности, оторвись с друзьями, оттянись, там жизнь один раз, еще все возможности предоставляются. А теперь уже давайте хотя бы своему ребенку дадим все лучшее. И такие мамы как раз, которые пока еще даже сами-то и не пришли к покаянию, но для ребеночка своего хотят церковной культуры. Они приводят в воскресную школу. В общем-то, в повседневной жизни остается таким религиозным моментом, когда детей новорожденных крестят в семье, где они, в общем-то, и не проповедуются такой вот... Да. Сугубо религиозный образ жизни. Вот. Я также была крещенная, но никогда не соприкасалась с церковью. Ты знаешь, сейчас вот этот момент стараются не упускать, старается церковь не упускать. Ты права, но, к сожалению, это печально, когда, по словам как Горбачева, мои отношения с церковью закончились в день моего крещения. То есть, типа, я дезертировал в день присяги. То же самое. И вот в этом есть печаль некоторых, что, с одной стороны, по традиции детей на Руси крестят, если они родились в каких-то российских городах, селах, традиционно православных. Но на этом и заканчивается. Так вот, какой способ преодоления вот этой дурной практики? Покрестил и забыл о церкви. Именно сейчас стараются во всех храмах не крестить детей без крестных, прошедших катехизацию, без крестных, которые осознают свою обязанность воспитывать ребенка в православной вере. Без крестных, которые будут отвечать перед Богом и церковью за то, что ребенок вырастет христианином. И родители должны сознательно призвать, если батюшки все дружно, как и святейший патриарх требует, возьмутся за то, чтобы не крестить младенцев формально, ну, они записались, родители пришли, стоит какой-то невенчанный, непричащенный, никогда не исповедовавшийся, крестный, вот, и знает, что его зовут Вася, и больше ничего не знает, и знать не знает. За него символ веры на крещение читает батюшка сам. Крестные должны читать за младенчика. Зачем это нужно? Не, а все от того, для того, чтобы было уже гарантия некоторой того, что ребенок будет. Формальное соблюдение традиции, якобы. Ну, это не формально, да, это уже совсем не формально. Сами просто вот люди, они настолько непросвещенные,
В том смысле, что у них даже каких-то собственных рамок нет. Вот этих понятий о добре и зле. Поэтому так вот и, ну, такое явление есть, что они вот крестили, и все, на этом типа хватит уже. Ну, вот, и... Спасение обеспечено. Да, а остальное уже называют, остальное уже называют это уже слишком, ты уже чрезмерно, ты уже куда стал ходить. Вот, ну, это еще не получается. С другой стороны, не нужно, конечно, насильно заставлять, но хоть какие-нибудь... Как-то... Просто на тему обходилась сторону. Надо учить, надо учить. Хотя бы что-то понимать, да, ну, хоть... вот эту позицию Марины. Надо выяснять, надо для себя что-то усваивать. Ты... Хотя бы понять, зачем, почему, вот, и уже делать вывод. Вот для этого крестный очень нужен. Потому что он может подарить детскую Библию и вместе с ребеночком читать ее, когда он будет взрослеть. Пока он младенчик, детей надо причащать. Чем чаще, тем лучше. Он может помогать родителям, даже еще не вполне воцерковленным. Приехал, забрал ребеночка, причастил, вернул ребеночка. Крестный должен общаться. Крестный – это не просто стал новый родственник и подарки дари. Отец именно или мать крестная? У девочки должна быть крестная матушка, мама. У мальчика крестный. А у меня был крестный отец. Ну, а мамы не было? Не помню точно. В порядке исключений, поэтому у тебя характер такой мужественный выработался. Вот. Но крестный все-таки, я понял, что не шибко заботился о твоем церковном воспитании. Он был троюродным братом, или нет, двоюродным братом моей матери, и он умер просто, когда еще была маленькая. Ну, а он был не чужой церкви человек? Все-таки он как-то, не знаю, неизвестно, в храм похаживал. Ну, такие же, как мои родители, все обычные просто люди, которые не параллельно живут от церкви. Вот видите, по-моему, все-таки надо искать необычных. Не обычных, а не обычных. Ну вот и смысл этого ритуала тогда. Креститься, когда... Когда нету человека, смысла, который возьмет на себя воспитание в вере ребенка. Ну даже уже воспитание просто даст понять, что это такое. Ну это и есть воспитание. Да. Ну да, но просто у человека даже нет. Просто для меня крещение, что было, что и не было. Да, интереса просто нет к этому. Не то, что я думаю, что не только у тебя, а и большинство молодежи, которые все-таки, если кто-то не крещенный, ему скажут, о, не христи, иди покрестись. Вот. Но сейчас батюшки тоже обязаны, встретив такого молодого человека, если он не крещен, не сказать, о, Вася, хочешь креститься, ну давай. А надо узнать, может, у Васи уже какая-нибудь girlfriend. И как он будет креститься, а потом вернется и порадует свой girlfriend в очередную ночь их беззаконного плотских отношений. Я теперь хоть крещеный. Ну хорошо, такого я люблю еще больше. Вот. Но это что получится? Принял крещение, облегся в белоснежные ризы Господни во всепрощение, родился в жизнь вечную и в этот же вечер умер для вечной жизни, для Христа, вернувшись к тем беззаконным отношениям, которые были и до. А как так? Так все время бывает. Регулярно бывает. Если священник не удосужится пообщаться, ну, я не крещенный, мне сказали, надо креститься. А что у вас за ситуация? Ну, вот так я себе живу. Или если он уже женат, например, расписан. Очень хорошо. Но разве не надо поговорить с новокрещенным, если он крестится, а его жена христианка уже, чтобы они сразу после крещения венчались? Человек же хочет войти в церковь. А я очень часто встречал молодых людей, которые покрестились уже взрослыми, уже будучи женатыми, уже имея христианкой жену, или наоборот, жена, ну, уже крестится девушка, у которой муж уже крещенный. И никто не удосужился сказать им, прекрасно, вы хотите войти в церковь? Да. Так вы тогда и брак, наверное, свой осветить желали бы. Ну, я не знаю, желал бы, не желал. И тут как раз и слово священника объяснить, почему для христианина важно сохранить чистоту своего крещения. Ну, в этом и проблема, что нет таких людей. Ну, точнее, не, они есть, но... Ну, надо их немножко искать. Да, искать. Вообще, но на самом деле ты повторяешь афоризм святителя Феофана Затворника. Он говорит, вся беда от молчащих попов. Вот. Он даже попами их в данном случае называет, имея в виду, что ну, некоторое пренебрежение к ним, ну, сейчас этимологию этого слова не будем разбирать, пренебрежение к ним народа, но это пренебрежение имеет своей, как сказать, может быть, причиной основной, то, что и имея возможность что-то объяснить, и имея уши, которые тебя слышат, не всегда, во всяком случае, в предыдущие годы, современное духовенство этим пользовалось. Сейчас просто, я говорю, это ставится как требование со стороны архиереев обязательно просвещать взрослого ли или у младенчика крестного на вот этом этапе вступления в церковь. Тогда, вероятно, вот это понимание «я верующий», и даже может человек сказать «я христианин», ведь вы знаете, по опросам каким, у нас 80% страны православные. Но если бы 80% страны ходили в храмы, во-первых, нас места никогда не хватило бы. И мы бы... Ну, это вы представьте, утро воскресное. Всякий православный христианин такой воцерковленный. Конечно же, воскресный день, он начинается в храме.
служба воскресная. Да, божественная литургия, это День Господень, это Малая Пасха, это всегда торжество, это, в общем, какая-то естественная потребность. Воскресенье так и день недели называется. Естественная потребность. Ты все это знаешь. Кстати, но согласись, если мы смотрим на многоэтажный дом, хорошо, если там одно зимой, когда... Ну, Рязань целая просто. Представьте эти многоэтажки, целое общежитие, например. И сколько в них проснется человек. Кажется, мы с вами не зря обсудили то, что... Вот это люди веруют, но без церкви. То, что утром, да, то, что утром не встают же на литургию абсолютное большинство многоэтажного дома. Ну, может, кто просыпается, но это, может, на рыбалку он поехал. Я, так сказать, по зажженному... Это просто интереса нет. Вот, все. Знаний нету, да. Просто никто не задумывается. Друзья, в воскресенье это знаете, кто будет отвечать за исправление этой ситуации? Мы догадаемся. Именно так, друзья. Именно теологам и дано. Теолог должен средствами, прессы. Он будет и журналистом. Ну, пока будет... мы не будем просыпать литургию по пятницам. Да. Это вообще это самое важное. И на том спасибо, дорогие друзья. Но видите, действует. Это просто была вторая литургия в нашей жизни вообще. Вот. Да, уже вторая. На той неделе. На это будет третья, да. И так далее. Друзья, я сейчас растрогаюсь до слез, а это в сценарий не входило. Будем прощаться с нашими дорогими телезрителями. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Не пропускайте божественных литургий. До свидания. До свидания.